Так, друзья, всем привет, с вами Гару, вы смотрите Tia The Shattering, Tia 2. Очень необычная игра, очень интересная по своему концепцию, концепту, идее и, наверное, сеттингу, потому что это настоящая славянская фэнтези. Сейчас подождем немножко, когда все подключатся, и мы начнем игру. Я про нее расскажу поподробнее. Привет. Привет. Только запустился, Кензи. Приветствую. Что ж, Tia 2 The Shattering. Начнем потихонечку, я начну рассказ. Игра сочетает, она на первый взгляд вообще может показаться похожей на цивилизацию какую-нибудь, но нет. Tia 2, Tia вообще серия игр, это, я не знаю, как ее, симулятор выживания в славянском фэнтези мире. То есть мы управляем отрядом, селением, группой. Нет, ничего не ошибся. Я на глухомедии. Что такое? Блин. Ты про что? Так чай или богиня? Tia. По-гречески богиня. Так, давайте. Вначале нам предлагают выбрать одного из богов. Боги не все открыты, но можно путем создание нового профиля зарандомить все других богов. У меня по дефолту... Не, Бринг. Смотри. Поначалу по дефолту мне доступны Стрибок и Сварог. Но если я создам другой профиль, то, соответственно, мне откроются какие-нибудь другие боги. Боги, как вы понимаете... Из славянской мифологии, западнославянской, восточнославянской, что-то от прибалтов, но все равно относительно нам близкие. Это Дивана, Хорс, Лада, Маровид, Заря, Сварог, Стрибок, Триглав и Ния. У каждого бога свои фишки, у каждого бога свои особенности. И каждый из них очень сильно влияет на игру, на прохождение. Давайте возьмем Сварога. Он у нас относится к свету и беспорядку. Свет, нейтральный, беспорядок. И у него фишка, каждый персонаж получает бонус 20% к ремеслу и плюс 4 к здоровью и волю. И воле, но собирательство снижено на 10%. Диван нам очень близок. Сложность я не буду трогать, потому что и так все будет очень непросто. Далее. Что далее мы видим? Далее мы видим, собственно, набор карт. Своеобразных, да? Где мы должны определиться, кого мы берем с собой. Каких персонажей.
Лучше отсортировать по этому, по сфере влияния. Каждая ячейка внизу, она, соответственно, имеет свое значение. То есть можно автозаполнение сделать, можно без этого. Но я за сварога играл уже. Поэтому видите, на свет я взял дополнительного персонажа ремесленника, на беспорядок воина, на нейтральные карты я взял за 2 очка собирателя, ремесленника, ребенка, 2 детей и бабушкину кладовку. Ну, не Рим World. Сейчас увидишь, там все сложнее. Все гораздо-гораздо сложнее. И в то же время интересней. Прям вот намного интересней. Так, поехали. Собственно, персонажи, им можно ввести имена. Но самое главное, что здесь надо определить, это наши персонажи, которые у нас будут. Не буду их трогать, потом посмотрим. Это определить, кто у нас будет бога избранным. Потому что с одним из наших персонажей будет говорить бог. Да, немножко. Сейчас я Масю прибью. Во. Так вот, с одним из наших персонажей будет говорить бог. И нам надо определиться, кто именно будет богоизбранным. Масю я с утра только что покормил, она беснуется. Так, пусть будет мужчиной. Такое вот дитё. Гара. Начать игру. Комары задолбали просто. Вот лето началось. Я не знаю, весь покусанный. Сожрали. Привет, Вованчис. Как у вас, ребят? Как у вас с комарами? Тоже жрут? Well, hello there, Chosen. Welcome into the service of the gods. А. As I am a believer myself, I am happy to be the one to guide you. Для, на всякий случай, уточню. Игра на самом деле на английском. И официального русского перевода в игре нету. Поэтому я искал русификатор, ставил русификатор, чтобы было более-менее нормально играть. Но он не фуловый. То есть что-то переведено, что-то нет. Да, первая часть богини, она была на русском переведена. Вторую не стали переводить. Так, для начала нам дали немножко дерева, немножко мяса, очки исследований и очки опыта. Вот так это выглядит. Давайте сначала посмотрим, что из себя представляет наш отряд, чем нас наградили. Наша экспедиция первая. Богуфала. Что по статуму Богуфала? Это ребенок с деревянным жезлом. Еще один янтарный жезл у нас есть. Нормально. В общем, деревянный жезл лучше, чем янтарный. Че у нее по умениям? Тактический маневр. Угу. Хорошо. Гар чем похвастается? Блин, Гар-то лучше подходит. У него судьба повыше.
Так. А чё по умениям угара? Ремесленник. Вот это вообще не в кассу. Ладно. На... Нагзевой. Вот он, кстати, у нас человек-ремесленник. У него мудрость аж 10. Нифига себе. Кстати, вот эту броньку надо бы воину дать. А, что у него по умениям? Бравада. Это же хороший скилл. Рада у нас тоже ремесленница, да? Тоже 10-я мудрость. С янтарным артефактом. Ну, тут мастер-ремесленник. Все как надо. Любимчик Фортуны. Парень с костяным жезлом. Ядовитый кунай. Но он собиратель. Вот ему-то, кстати, жезл нафиг не нужен. Ему лучше дубинка пойдет. И воин наш почему-то вот такой. Златина. Тоже с ядовитым кунаем. Необычно. Ну ладно. Привет, Чичичипи. Привет, Дронос. Создатель игры Муха Геймс. Так, посмотрим у нас отображение этих ресурсов. О. Мяско рядом можно пособирать. Рыбку, железо. Давайте вначале немножко займемся сбором. Почему нет? И оглядимся, что вокруг вообще есть. Встанем лагерем. Отправим на сбор мяса наших собирателей. Но они за один ход не соберут. И выучим сразу же в рецептах традиционную кухню. Это позволит нам делать незамысловатую еду. Новая задача. Вот традиционная кухня. Выжить. Special for you. Выжить. Во, ништяк. Надо в избранное добавить. Только я не помню как. Где-то тут кнопочка была. Использование сырой еды. Так, вот как раз 24 единицы еды он сделал. Сейчас. О, на нас напали зверушки. Давайте бой. Бой здесь выглядит как карточная... С каких двух каналов? Хорошо, чушь писать. Бой выглядит как карточная игра. Своеобразная. Но она местами простая, местами сложная. Потому что на самом деле вариантов этой игры довольно много. Так, вот ядовитый кунай. Он нафиг не нужен, блин. Бесполезное умение для воина, как по мне.
Основной прикол здесь, конечно, в развитии персонажа. Змея. Основной прикол здесь это в развитии именно персонажей и их умений. У них со временем появляются умения, они завязаны на те или иные параметры персонажа. На восприятие, мудрость, силу и так далее. И в зависимости от этих параметров, они будут влиять на скиллы персонажа. Плюс, в зависимости от того, каким оружием он пользуется, у персонажа открываются новые умения. Поэтому, если вот обязательно стоит брать детей себе в группу, потому что дети, они взрослеют, и у них как раз неплохо так прокачиваются. Музыку, да, без проблем, секундочку. Дети очень круто прокачиваются, и лучше всего именно детей делать богоизбранными. Из них можно вырастить именно то, что ты хочешь. Дашь им дубинку, вырастет воин. Дашь им магическую палочку, вырастет ведьма. Как-то в таком духе. Ядовитый кунай. Началась фаза боя. Змеи ходят первыми. Но поскольку это всего лишь одна змея, тут никаких проблем нету. Это вот значок означает, что это одно существо, его дубликаты. После боя мы теряем некое количество хп, на которое нас побили, да? И получаем награду. Собственно, лут и опыт. На карте также куча всяких интересных мест, вроде руин и так далее. Давайте, меска мы собрали еще. 2 посмотрим, что здесь. Приключения. Вы подходите к руинам города. Вот можно осмотреть руины, хоть и это опасно. Немножко песчаника можно найти. И бой сейчас будет на у нас на мистику. То есть это не стандартный бой. Здесь идет испытание нашей неволи, а как именно, по-моему, то ли судьбы, то ли чего-то, короче, мистицизма. Это достаточно хреново, потому что это не стандартный файт. Также есть испытание воли персонажа, собственно, воли, обычный бой и мистики. Слишком легкой сделали в сравнении с первой, да ладно. Фенчик. Я слышал, на высокой сложности там вообще просто жить невозможно, когда зимой стартуешь. Косточки. Да, это атака на разум.
персонажей. Но никто ничего делать не может. Мы все по одному урону наносим. Один-два урона. Не знаю. Минус. Возможно, я не пройду испытание. Но видите, те карты, которые как погибли, я их разыграть уже не могу. Не на очень неудачное испытание нарвался. Так. Но игра прежде всего понравится тем, кто любит, вот, не знаю, какой-нибудь Endless Legend поиграть или подобного плана игры. Им прям зайдет. Чаще детей потеряю. Можно ускорить анимацию. Бессмысленно, мы вряд ли выиграем. Испытание все-таки на разум я пройти пока не могу. Сейчас меня просто расстреляют. Найерс, энергию мы теряем, соответственно, место жизни. Но ничего разыскать мы не смогли. Получили немножко очков исследований, немножко опыта. Но энергия у всего отряда на минус. Испытание я провалил. Дух, да. Да, вот давайте правильно будет. Испытание на дух это было. Опять встаем лагерем. Но я сам в те, ну, не так много играл, не так хорошо разбираюсь, поэтому мне даже подсказки ваши будут приятны, если вы шарите. Вот грибной рагу. Так, попробуем открыть постройку дома. Ну, зданий каких-то.
Мы про что, ребят? Лесопилка, колодец желаний, лекарня, жилище, школа, кузница и сарай. Про что, Фенечка, господи? Да нормальное место вот здесь прям. Или можно пока собирательство. После идола кузнец. Куча всяких ресурсов тоже. Ну, жилище мораль дают. Ничего не игнорщик, какую-то хрень обсуждаете. На про Lost Ark-то видосы, ну блин, это будет, не волнуйся. Не знаю, мне вот хочется жилище зафигачить. Делается оно либо из кожи, песчаника или дерева. А вторичным ресурсом опять-таки песчаник, дерево, кожа и янтарь. Мне вот жилище хочется зафигачить. Опять приключения. Заброшенный дом. Женщина некая. Ее можно пытаться атаковать, а можно пытаться сопротивляться волей. Давайте попробуем ее атаковать. Умениями у нас пока все так себе. Так она копии свои ставит. Крыс вызывает. Ясно, понятно. Бабку мы победили. Получили немножко трав, кварц, минус хп чутка, и все. 3 очка исследования, 1 очко опыта. Могу дальше шагать. Во, тут как раз деревья. Деревья нам нужны. Зерно хреново собирается, я смотрю. Давайте немножко сбором позанимаемся. О, ментальное благословение. Благословение разума, временно повышающее интеллект и мудрость персонажа.
level up у нас. Так, это товарищ. Ему продолжаем качать, собственно, мудрость. Интеллект не трогаем. Качаем мудрость. Воину качаем силу. Здесь бы на самом деле я тоже от силы не отказался. Ладно, возьмем восприятие. Проблема в том, что у меня охотника нет. И здесь тоже мудрость. Дети не апнулись. А, собрали. Фига тут сколько всего. От души. Пошли собирать дерево. Блин, не хватает чутка. Все, детишки, собирайте. А что у нас, кстати, с едой? А, еще дофига похлебки грибной. Охотника можно купить у славян. Так, дети. Богуфала пусть будет охотницей, а Гара мистиком. Мистицизм. Он же у нас богоизбранный. Так, поселение я пока открывать не хочу. Но дерево мне еще надо. Мне еще нужно дерево. Значит, надо их готовить. Нифига себе, он там ремесленник от бога. Ведьму можно поменять у любого. Я детей на ведьм не меняю. Магистр, скорее всего, у нас будет стримить. Так, хочу немножко дерева набрать. Сколько у нас его уже? Сорок восемь. Мало. Полчища крыш. Крыс. Давайте с ними драться. Крыс фишка в том, что они усиляют друг друга. Сила стаи у них вообще офигеть работает.
ХП не слабо потеряли, особенно Гара. Но мы получили кожаный кафтан, кожи, кость и мясо. И материал для исследования крысы. Плюс наш воин апнулся. И получил один из навыков. Оглушение или же контратака. Что-то очень прикольное. Привет, Сильверадо. Для оглушения. Давайте пассивку возьмем. А это что если... Так, у нас запас еды на исходе. Давайте тогда займемся сбором уже еды. Пирожки, славянская классика. Спасибо. Привет. И это все? Не сплю. А ночь перед боем. Блин. Ладно, пусть пирожки делает. Так, бравада или ядовитый кунай? Апнуть. Он на силу это умение завязан, немножко на мудрость. Это чисто на мудрость. Ладно, пусть будет кунай. Удачу увеличиваем. Прямая атака. Если я правильно понял, у нас появился ребенок у Рады и Владимирка. Иза. Да, у нас появился ребенок у этих двоих Иза, и наш отряд стал больше. Привет, Ахмат. Она пока ничего не умеет, но дети, они все бесполезные. Сворачиваем лагерь, чуть выдвинемся. Что у нас там по пирожкам? До хрена. Слушай, железо собирать вообще без варик. Не варик, я так понимаю. Это те его шеттери.
О. Попробуем уйти, блин. Здесь различные противники. Глаз. Ну, хотя бы тут мы физикой сражаемся. Кулак второго уровня — это очень неплохо. Появится ли может появиться ребенок от двух эльфов? Слушай, не знаю. Опыта подобного плана тут у меня не было. Поэтому затрудняюсь ответить. Я мало играл в Тиа и не могу пока подсказать. Так, прямая атака. Бессмысленно. Ну, смотрим бой. По детям бьют. Камушки минус. Часики минус. Ну все. Физическое благословение получили. И ментальное благословение. Также 7 мифрила. Крутая штука. Опыт и очки исследований. Тык. Звук возвращаем. Здесь можно кожу неплохую пособирать. Только я ее собирать не умею. Значит, крафтим. Личок. Тонну личок. Всего потратил, не знаю, 1700 минимум. А что? Тут вот мясо можно пособирать. Девочка апнулась. Давай пока прямую атаку прокачаем. И кузницу вашу выкачаю. Я пока пробую. Давайте исследуем. Подземные туннели какие-то мы нашли. Куда?
Да у нее дело стандартное, атака, прости господи. Че он кунаем-то бьет? Вот вопрос на миллион. Девочки хоть атакой второго уровня, но что-то она особо-то не долбит. Броне. Мы наставили по одному хп. Все, подобивали. Опять-таки физическое благословение. И опыт. 36 рулетиков. Двигаемся дальше. Ну да, здесь можно, кстати, город поставить, попробовать. Нет, это не гвинт урезанный. Давайте попробуем поставить вот здесь город. Так, как это вообще делается? Идол нужен, да? Это исследование. Как делать идол? Подожди. Как мне еще? Вот он, идол. Это у меня точно есть. Дерево есть. В чем проблема? Есть еще строить. А вот постройки, что ты говоришь? Есть мне еще идол делать? Вот такой деревянный идол получится. Ой, ладно вам. Первое селение. Чуть-чуть увеличится ремесло. Первый раз играю, господи. Так, идол построили. Хорошо. А как основать селение?
Теопедия, кстати, крыс, с которой мы собирали материалы. А, все, оно уже основалось. Хорошо. Можно пока что набрать еды. Овощей. И параллельно вот выкопать вот этот артефакт. Домового дали? Да, вот он, домовой наш. Когда будут небольшие заварушки за нашу деревню, он будет присоединяться к бою. Вот он. Богдан его зовут. Нормальная такая тварь. 7 мудрости. Божественный домовой. Прямая атака. Демон-страж. Голос бога. И парирование у него есть. В пассивках. Мораль, собирательство и так далее. Надо жилище построить. Так, что у нас? Это наш же ремесленник. Весомый аргумент. Да, возьмем весомый аргумент. И начнем строить жилище. Мне дерева не хватает. Нужно 92 дерева. Вот это жилище увеличивает будет скорость передвижения. Ну ладно. Надо пора собирать дерево. Кто у нас лучший сборщик? Вот она. Вот все. Так. С силой. Шансом. Вот, мне нужен охотник. Она прошла испытание и стала охотником. Богуфала. Так, я не понял, почему девочка выросла, а мальчик нет? Чатик. Почему девочка выросла, а мальчик нет? Девочки растут быстрее. Сексисты. Так, ночью у нас еду своровали. Гара. Так. Призрачный томагавк.
душу и тело поражает он. Домовой апнулся. Слезы души. Прочность. Девочка кем будет? Неизвестно. Пусть будет, судьбу ей прокачаем. Ой, мы достали артефакт. Это радует. Что у нас, кстати, там с едой? Ну, там еще рулетики и пирожки есть. Нормален, нормален. И чуть-чуть осталось дерева. Еще во. Теперь мы можем вроде построить. А почему вот это я не могу построить? Это могу, а это нет. Ну ладно, строим это. Подождите, сейчас. Фига гар, блин, ремесленник, 90. Надо девочке еще лук какой-нибудь сделать, я считаю. В рецептах надо посмотреть, как лук сделать. Ой, жилище типа сарай, и что теперь? Мы только прибыли в этот мир. Нет у нас других жилищ. Начали. Тоже мне типа сарай. Оружие дальнего боя, во. Вот его и прокачаем. Лук какой выучим. На то охотника лука даже нет. О, кстати, готово. Ага. Так. Дитё, сила. Виздом. Гар может быть хилером, кстати. Давайте. Испытание. Гар прошел испытание и стал лекарем. У него появился мастер-лекарь. Низкий шанс смерти в группе. При этом у него почему-то не слабые бонусы на собирательство. Так, баба наша качает, баба-воин качает силу. И мы закончили производство домик. Так, что нам нужно для производства кузницы? Это, я так понимаю, железо, да? Железо, кожа, песчаник и кости. А как нам группу вывести отсюда? Как группу вывести из здания, из города? Разделить. А где кнопочка разделить?
А, склад и дели группу. Во, экспедиция. В экспедицию нас отправляется Богуфала, Гара, Златина. Собиратель нужен. Девочку возьмем с собой. Хотя не, пусть дети в доме сидят. Нечего детям шляться. Так. Нам нужен собиратель. У нас нет собирателя. А, вот, по-моему, собиратель. Да. Владимирк. С собой мы забираем рулетики. Не, рано вообще идти, конечно. А тут пусть они готовкой занимаются еще. Бигас. Пам-пам-пам-пам-пам. Пошли железо собирать. Понял. Еды на 4 хода и этого нет. Сейчас еды возьму. Успокойтесь. Сейчас, сейчас, гоняю за едой. Понял, что топливо тоже надо взять. Так, еды, говоришь. Все, еды до жопы. Топливо до жопы. Даже можно разделить. Все, теперь все есть, да? Идем собирать железо. Найти укрытие. Будем оставаться в укрытии. Блин, потеряли немножко ништяков. Я хочу лук в Богуфале. Качаем оружие дальнего боя. Слушай, там не так много всего надо. Чё такое? Хоть сказать, надо было испытание на волю проходить. О, пауки на нас напали. Так, ладно, ее первый выставлять не очень. Сразу минус 10 и... Минус 9.
Домовой нормально так долбит. Из них я кунай качал. Ох, эти ядовитые кунаи. Сила стаи. Вот мне эти ядовитые кунаи слабенько бьют. Так, гард томагавком. Кровавая кость. Немножко мяса. Кость чудищ. Опыт, плющийся паук. Продолжаем. А. Скиллы, собственно. Бабуфала, восприятие. Интеллект выкачаем нашему собирателю. Больше железа. Кстати, здесь уже прекратили еду делать. Почему они не хотят собирать? Я не очень понимаю. Ну вот из железа можно будет и лук смастерить. Либо с улицы, либо лук. Чтобы умнее были. Shaken in your sleep, you wake to find. Direct. Что у нас тут? Сколько железа набрали? 64, мало. You come to a place torn up by trap. You take a few shots at the creature and feel. Нет, отойдем. Магии сопротивляться мне не хочется. Я не пойму, где все мои люди в этом. Где вот тут этот товарищ? Рада и Иза. Почему? Ладно, хорошо. Этот хмырь тут, это тут. А, вот. Все, успокойтесь, Бигас нельзя сделать, туплю. Weary from your travels, you come across a small. You get a warm meal and are woken by a distant tremor. You search the debris. There are no signs. The light dims, and before you stands the family. There is a sense of overwhelming harmony. Созданиями света бой. Прикольно, некоторые арты у некоторых существ здесь достаточно неплохие. И вот эти твари меня, скорее всего, сейчас прибьют. Лайтбрингеры.
Жалко, что ее официально не перевели на русский. Было бы прикольно. Может, двух существ мы еще как-нибудь победим. И то не факт. Фига у них хп 37. Давайте посмотрим. Всего 2 урона. А они по 20 долбят. А, 2 урона это контратака. Жесть, они долбят. Ну, Лайтбрингера я убил. Вопрос в том, что сейчас особо жить-то некому. И обидно, что они ходят первым. Воин минус. Контратака сработала. Домовой минус. Богуслава отлетела. Очень маленький урон. Дети, блин, бесполезно.
defeated, and your spirit is assaulted. Your divine bond protects you, and eventually the enemy moves away, blindly following some unheard call. Не хватило. You are defeated, and your spirit is assaulted. Гара минус. Пиндец. Богоизбранного убили. Заплатить две жизни за возвращение одного. Ну, отдадим дитё. И можно отдать... Не знаю. Ну вот, ремесленника. Дайте мне. Вы заплатили кровавую цену, и дух вашего богоизбранного вернулся. Осталось лишь молиться, чтобы он вернулся в правильном обличии. Минус максимальная воля. Я не на легком играю. Опять? А почему? Молодец, молодец, все. На легком. Успокойся. Я первый раз играю. Да уж. Давайте перезапустим. Хорошо. Ну, в общем, такая вот игра, блин. Позалипать в нее можно конкретно. Нет, платная, не сетевая. Я не знал об этом, Вармастер, спасибо. Видимо, не в том обличии вернулся. Сетевая есть, но все-таки в нее в основном соло залипают. И я бы рекомендовал, не знаю, ребят, правильно это или нет, наверное, стоит первую часть сначала ознакомиться. Она, говорят, чутка посложнее, но там адекватный русский перевод. Здесь все-таки, как вы понимаете, я русификатор сверху накатывал. И много не... было не переведено, что не очень здорово. Так, что ж, пошел я, наверное, готовиться к стриму уже БДО, качать патчи и все такое. Давайте увидимся с вами через... Или еще разочек сыграем, немножко поковыряемся. Как думаете, чатик, что скажете? Еще поиграем чутка? Или качать, пойти патчик? Но все равно патчик качать надо будет минут через 15 уже идти. Иначе я не успею.
Ну ладно, давайте еще. Давайте профиль создадим. Не знаю. Могу какой-нибудь... Могучий чатик. Могучий чатик. Так. Мы же поклоняемся, как любой стример, поклоняемся могучему чатику. У могучего чатика будет... А почему боги могучего чатика? Так, удалим профиль. Так, еще раз. Новый профиль. Могучий чатик. Как истинный адепт могучего чатика, мы будем ему поклоняться. Какому богу поклоняется могучий чатик? Сварогу или стрибогу? Не, нельзя, лагать будет стрим сильно. Никому нафиг. Нет, тут выбрать надо. Стрибог или сварог? Никаких богов для чатика. Чатик сам бог. Путина. Путина еще в пантеон не добавили. Это лет через 1000. А может и раньше. Вот сварогу. Сварогу. Все понятно. Сварогу, творогу. Берем сварога. Давайте выберем божественные очки. Кого мы берем на слоты? А у нас выбора особо нету. Ремесленника берем. Гномий кузнец. Вот, надо 25 очков, чтобы разблокировать. Воина. Детей берем или еще воина возьмем? Чат. Детей обязательно брать. Берем детей. И воина еще. Ремесленника берем. Еще воина сказали взять. А ремесленника, собирателя обязательно надо взять. И бабушкину кладовку. У нас выбор-то так себе. Богоизбранный. Гаро. Не давали, я не слышал ничего про этот паровой план. Мы не интересовались, видимо. Так, немножко лучка дали с деревяшками. Что у нас тут за шайка? Гар с арбалетом. Внезапным. И он собиратель, черт подери. Воин опять. У меня два воина. Один собиратель и один ремесленник. Ну, призрачный топор. Вот это дитё может магией хреначить. Костяной жезл ей. Тяжелые доспехи из песчаника. Кто-нибудь вообще эту хрень может таскать? Никто. Сколько силы надо? А если щит поменять вот так?
Да никто не может идти. Сколько они весят, блин? 611. Ой, 291. Вы что, долбанулись? Вот так она может таскать их. Ну, доспех там вообще забей. 18 дефа. Так. Воины наши. Контратака. А у этого... Нет, так не пойдет. Простите. С контратакой ей надо доспех потяжелее. Восемьдесят семь. Это сколько весит? 80? 70. Ясно, понятно. Да, Кензи, ты угадал. Игру делали поляки. А как ты догадался? А как ты догадался? Что ресурсов нет поблизости. А, вот нашлись. Пам-пам-пам. Быстренько лагерь. Как всегда, вначале еду. Традиционная кухня. Лучок, мясо. Хватит. Сейчас. Крафтану. О, все, достаточно еду. Выдвигаемся. И группе хватит жрать сырую еду. Так, тут у нас испытание. Атака. О, здесь какие-то мусорщики. Из-за того, что я профиль новый сделал, оно мне вот так показывается. Блин, вот эта баба похожа на воина, да? Радоча. Да? А вот эта дама на воина похожа слабо. Но с ней бы я тоже не стал пересекаться. Пшемысл. Вот он на мага похож. Ну да ладно. А, слушай, алебард нам же дает атаку. Отчаянно. Боевка здесь а-ля карченая игра небольшая. Откуда у них кабанчик? А, это пет. Петбор. Гард дофига стрелок. А вот, собственно, и мусорщики. Призыв Борова — это их умение.
накинем брони. Блин, мне нравится это умение. Больше армора. Кабан минус. Так, гард теперь может спокойно стрелять. Да, давайте поклон убить. Он с арбалетика бьет. Это контратака банально работает на двоечку. Она дубинкой зафигачила. Гар постреливает. Блин, контратака классный навык. Я бы его качал и качал. Чутка не хватило. А у этой мадам очень классный навык вертикальный выпад, то есть она прям выходит и сразу же наносит урон, как бы все. Так, проверить восточную, ой, западную сторону, южную, восточную. Пойдем на восток. Магическое проклятие. Давайте сразимся, кто нас там проклял. Блин, обой магический. На энергию. Слушай, а у нас неплохо, может, я смотрю, девочек сражаться. Блин, это будет непростой бой. Ну, хотя бы контратака работает. На том спасибо. Броню сняли. Что это за хрень? Светелку. Светелку. Нет, это не гвинт. Это так бой выглядит. Но тут суть игры-то не в боях. А в развитии своего поселения. Своих ребят. Есть победа. Так, обыскать руины.
О, костяной жезл нашли второго левела и уголь. Так, можно ему пока дать. Летучие мыши напали. Да, можно всю игру на автобое прожить. Ну так неинтересно. Так, можно армор накинуть. Сволочь же детей стреляет. Не застрелили. Не, восхождение на трон не играл. Чуть-чуть опыта дали. Прям самую малость. И level up. Силу качаем. Что там думать? Собиратель. Мудрость. Начинаем двигаться дальше. Кстати, переносимый вес намного повысился. Господи, вот это бой будет непростой. Гарвот использовать уже нельзя. Понятно, что ты не любишь игры с К. Чё? Ну, Total War там основной смысл в боях. Я тоже не очень понимаю,
Какой кайф играть Total War без этих боев. Легенький. Эльфийское дерево, кость чудищ, янтарь и алмаз. Ресурсов здесь, конечно, тонны, из чего тут очень крутой крафт, ребят, на самом. На самом деле тут очень крутой крафт. Тут в зависимости от того, из чего ты крафтишь, рецепты они не статичны. И ты сам подбираешь ресурсы, из которых будешь делать те или иные вещи. И это невероятно круто. К примеру, мы можем наделать доспехи. Блин, мясо бы собрать или рыбки, я не знаю. Вон тяжелый доспех, средний доспех и кафтан. Кожа, янтарь, кость, песчаник, дерево. Ой, ладно вам. Нормальная боёвка. Чего начинаете? Чего начинаете-то? Блин. Вот у нее же на 50 вес переносимый больше. Чего она не апнется? А, она сейчас апнется. Девочка злобная. Она прям мах. Гара интеллект. А вот у нее силы-то не дали на выбор. Досадно. Много кожи. Ореховая настойка и кости. Неплохо. Вот много ресурсов. Нам нужна кожа. Давайте пособираем. Кучки. Игры с картами, конечно, не люблю. Что за гадость?
Так, ну все. Воины в хорошей броне. Это прям выглядит приятно. Жук желе. Ням-ням. Что ж, время, ребят, уже 18 минут. Мне, правда, пора идти качать патч БДО. Не знаю, Тиа, может, продолжим, может, еще поиграем. Не знаю. Но мне игра реально понравилась, ребят. Если вы ищете что-нибудь такое необычное, позалипать, поразвиваться, окунуться в это славянское фэнтези, поймите, у этой игры... Но если вы любите подобного плана вещи, как RimWorld, там, то вы рискуете стать фанатом. Лютым, бешеным фанатом этой игры, потому что здесь столько всяких фишек, столько нюансов. Либо вы просто скажете, фу, что за хрень, и пройдете мимо. Ладно, давайте. Пошел, погнал я качать патчик. Увидимся с вами через 17 минут.